Бессменный лидер Торбы на Круче приехал в родной Киров с акустическим проектом «Детство Иваново». Здесь все музыкальные влюбленности юного Макса перенесены в сегодня и перемешаны с тем, что волнует певца в его 42. О кировском детстве, о разборках район на район, о выступлениях в подземных переходах и о первом выходе на сцену Макс Иванов рассказал нашему корреспонденту за день до концерта. Звездные секреты в материале Ольги Шмыриной. Место вообще самое родное, которое можно только себе представить. Иногда я даже рассказываю, что родился на сцене этого театра. Ну, придумываю историю, что мама должна была играть какую-то роль, где должен был родиться у нее малыш. Вот родился я. Театр на Спасской, пожалуй, самое родное место в Кирове для Макса Иванова. Лидер известной рок-команды «Торба на Круче» здесь пропадал все детство. Родители – актеры тюза. Воспитанные театральные дети не на сцену не рыпались, не мешали никому. А после спектакля закончился, и нам дозволялось, пока еще не убрали декорации, ребята-монтировщики, побегать по всем вот этим лесенкам, что там выстраивалось, к какому спектаклю смотря. Ну, короче, куча всего интересного, и это было незабываемо. Все, весь закулисный восторг, он здесь вот. Не смел перед спектаклем зайти и в гримерку к маме, иначе был наказан взглядом, от которого, говорит, до сих пор мурашки. Эту привычку в одиночестве настраиваться перед выходом на сцену он понял и перенял уже в зрелом возрасте. Тогда же ему было лишь 4, и он впервые вышел к зрителям. Я помню, что на одном спектакле мне нужно было выбегать на сцену, я выбегал. Я споткнулся обо что-то и растянулся прямо там на сцене, полный зал народу, а я вроде пацан. Но как-то собрался, побежал дальше, все это обыграли. С труппой тюза, тогда еще совсем ребенком, Максим впервые приехал в Питер и влюбился навсегда. Сегодня, говорит, именно там его дом. В родной Киров приезжает нечасто, так получается. А вот друзьям и знакомым постоянно советуют посетить столицу параллельного мира. Это, конечно, о нашем городе. По городу погулять, посмотреть, пообщаться с людьми или послушать, как они говорят. Вот говорку этому вятскому нашему присмотреться, поулыбаться, потому что, конечно, все это очень аутентично, мило, и такого больше нигде нет. После школы он поступил в музыкальное училище. Тогда Макс уже играл в рок-группе и учиться пошел на струнное отделение, но предпочтение отдал довольно классическому инструменту – альту. Мне просто нужно было во что бы то ни стало задержаться в этом городе хотя бы еще года на 4, потому что, когда я заканчивал учиться в общеобразовательной школе, у нас как бы пошло, рок-н-ролл пошел. В те годы он часто пел и играл на улице. К примеру, прямо здесь, на тогда еще Дрилевского, он заработал свои первые деньги на песнях Цоя и группы «Аквариум». Теперь в новом альбоме «Детство Иваново» представит свои работы, исполненные в стиле Высоцкого и группы «Кино». Кировчане же смогут послушать их вживую. В родном городе Макс Иванов пробудет несколько дней. У поклонников будет возможность с ним встретиться, притом даже на концерте, который пройдет уже в этот четверг, 4 августа. Ольга Шмырина, Сергей Самойленко, информационный канал «Город».